Попробуй просто не в сторону защиты, а просто адаптируй по чуть-чуть. У меня тут тоже собака такая. Я говорю, потихоньку просто играть, не давай ей просто отвлечься. Постоянно на себе собаку. У меня собака визжала, мы со старостой как раз в этот момент обсуждали, у него тоже такое. И постоянно на себе собаку, постоянно. Только отвлекать. Вот. И вот только так можно более-менее, то есть вот так. Выступали в гараже, тоже что-то взорвалось. Там сидела тетка, она была очень. Я делал лопнул. Нет, ты давал один. И мы лопали все время. И вот, ты знаешь, нам как раз это было. Я ее. Все, оно, да, вот именно.